Кино на ТВ Рус. Тамара передает соболезнования. Она сразу умерла. Да, здравствуй. Это ты убил мою маму. Я хочу к бабушке. Мне сказали, он недавно потерял мать, вашу жену. Соболезную. Скажите, с ребенком у вас нормальные отношения? Привыкаем друг к другу. Могут быть проблемы с адаптацией, в том числе психологической. Я подаю документы, чтобы меня назначили твоим опекуном. А если я не хочу? Я взрослый, я имею право. Я даю тебе 2 минуты. Соберешь рюкзак, возьмешь еду и в школу. Каждое утро с пацаном война. Андрей, я ее тебя предупреждал. А что мне было делать? Не в детский же дом его отдавать. Завалили вы на себя ношу. Жили бы как раньше. Я не просил вас забирать меня к вам. Ты мне не нужен. Инфант. В воскресенье на ТВ Рус.